Чувашский театр оперы и балета начинает новый театральный сезон с классики. 20 сентября зрители увидят национальную оперу «Нарспи» выдающегося чувашского композитора Григория Хирбю, а 22 сентября обновленный концерт-ревю «Оперета Гала». Кстати, именно этой постановкой артисты закрыли прошлый, 58-й сезон. Новый театральный год будет богат на премьеры, отметил художественный руководитель театра. 28 октября мы будем давать премьеру балета «Аттила. Рождение легенды». Это премьера, эта постановка поддержана грантом главы Чувашской Республики. Примечательность этого балета в том, что музыка создавалась для него специально. Это абсолютно новое произведение. В настоящий момент дооркестровывается что-то, какие-то фрагменты дописываются, которые необходимы для балета. То есть то, что вы увидите, это абсолютно новый, только что рожденный продукт. Композитор – это наш с вами земляк Андрей Галкин. Следующая премьера уже в ноябре – опера «Чио-Чио-Сан». Именно этой постановкой откроется традиционный оперный фестиваль имени Михайлова. По словам организаторов, в этом году он будет почти итальянским. Это касается и репертуара, и приглашенных гостей. В течение года ожидается еще три фестиваля – балетный, оперетты, чувашской музыки. Кроме этого, труппа театра планирует гастроли. Уже завтра наши артисты уедут в Коми на фестиваль балетного искусства финно-угорских стран. А в конце октября примут участие в больших гастролях в Ярославле. Это очень здорово, что нас начали приглашать на фестивали. Это, так скажем, не последнее приглашение. Мы все карты вам раскрывать не будем. Потому что последние годы, конечно, в большинстве случаев мы сюда кого-то все время звали на фестивале, а нас довольно редко. Ну, видите, немножечко поднимаемся по уровню, поэтому становимся интересны не только нашему зрителю. Далее у нас будут наши традиционные европейские гастроли балетные с декабря по январь месяц. Потом мы обязательно вернемся, немножко уставшие, но вдохновленные, и проведем международный балетный фестиваль. Еще одна приятная новость. Коллектив театра пополнился молодыми перспективными артистами. Приобрели баритон заслуженного артиста Республики Коми Михаила Журкова. Обновили балетную труппу и симфонический оркестр. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.